Друзья, всем привет, с вами Вит. Всем приятного просмотра, устраивайтесь поудобнее. И наша кампания за викингов продолжается. Ну что ж, удалось нам захватить два поселения в провинции Галисия, откусить их у фракции Карломана, в частности, Компостелла и Луга в нашей власти. Соответственно, здесь, в Британии, мы по-прежнему продолжаем встречать наших врагов, в частности, фракцию Карла Великого и его армии, да, в проливе. Несколько раз уже мы их тут разбили, и сейчас вот, наверное, они опять на какое-то время отступят на перегруппировку. И, соответственно, у нас здесь проблема одна, это вот королевство Британия, да, они как-то нехорошо здесь стоят, и нехорошо вот этот стяг куда-то собирается выдвигаться. Мне не нравится, что он может зайти в тыл и ударить нас там. Соответственно, хотелось бы что-то с ним предпринять. Давайте, наверное, сразу отправим на него нашего агента. Пускай чинит урон. Успех. Прекрасно. Вот таким вот образом пускай эти твари несут потери и не вздумают нападать на нас, когда мы находимся с ними в режиме перемирия. Так, соответственно, в принципе, у нас в провинциях пока что все хорошо. И это радует. Сейчас у нас основной головняк — это захватить полностью Галисию, подчинить. В частности, нам нужно захватить вот этот город со стенами, Правию. И, соответственно, перекрыть Компостеллу потом каким-то из стягов. И, может быть, вот один стяг отправить морем на Севилью и захватить Севилью. Да, и возможно, я точно не знаю, могу ошибаться, но если Севилью захватить, там, по-моему, можно освободить какую-то фракцию. Нам вот здесь союзники нужны на, в Испании, да. Если здесь у нас появятся какие-то фракции союзников, может быть, какой-то один из халифатов, нам пойдет это на пользу, нашей фракции. Таким образом, мы заставим здесь противника распыляться и действовать иначе. Так, ну что ж, у нас почему-то власть болезненная. Болезненная власть. Хотя мы, в принципе, господство у нас. Влияние 76%. Влияние 2382 поддержки у нас, да, получается. Так. Ангент, Галиция. Ага, это наш губернатор, да, ублюдок. Немного он у нас что-то сволочь неверный. Это, конечно, фигово. Так, ну что ж. Кстати, у меня здесь был где-то флот. Вот он, в принципе. У него закончились. Ага, он встал, да-да-да, у него закончился. Закончились ходы, соответственно. Так, а еще у нас есть наши агенты. Давайте мы их притащим сюда, в Испанию. Еще у нас один агент Хаккан. Все, открывал, открывал у нас карты. Да не наоткрывался. Герцогство Хорватия. Так, по дипломатии у нас вроде бы как бы улучшаться, что ли, начинает. Но пока что нету, к сожалению, каких-то дипломатических прорывов или улучшений, так называемых. Пока все в таком формате. Ну что ж, друзья, в принципе, начало старта разобрался я, да. Ну давайте сдаем ход и смотрим, что принесет нам. Что он нам принесет. Здесь через два хода восстания. Здесь защитники Гдрасиля, в принципе, нормально терпят. Сдаем ход.
Уже 828 год у нас идет нашей эры. Так, смотрите, они меняют тактику. Там они решили отступить. Да. Угу. Они нас пытаются зажать сейчас. С моря, с суши, отовсюду, откуда только это возможно. Восстание неизбежно, бич запада, ангент колебания. Так, усталость от войн снова 66% у нас. Давайте. Ну, нет смысла сейчас пробовать нам. Так, нам нужно, значит, какой-то стяг, получается, пускать в догон вот этого, что ли, стяга получается, да? Да, друзья, видимо, нам придется это делать. Потому что я понимаю, что эти сволочи хотят на нас напасть. Однозначно они решили на нас напасть, королевство Британии. Это просто уже как к бабушке не ходить, 100%. Поэтому давайте мы, наверное, сейчас нападем на следующий ход. Так, кстати, у нас появилась возможность улучшить наших воинов. Давайте, наверное, тяжелую пехоту улучшим. И кавалерию. Так, хорошо. Возвращаемся в Испанию. Вот здесь вот головняк. Королевство Астурия. Заключить бы, конечно, с ним перемирие сейчас. Speak your speech, so that I may... Было бы замечательно. В том плане, чтобы нам бы это дало возможность перегруппироваться немного, подождать подкрепление и так далее. Никто больше из этих ублюдков не хочет мира. Никто не хочет. Так. Королевство Карла Великого также. Да, королевство Карла Мана абсолютно так же. Так, ну что ж. Что мы делаем? Мы, в принципе... Нам, наверное, нужно здесь возвести сейчас медовый зал. Потому что мне нужны здесь войска, мне тут нужен стяг. Так, как раз у меня там появилась ячейка строительства. И давайте отправим вот этот флот к нам в Испанию. Придется нам его долго ждать, конечно. Достаточно долго. Если мы сделаем удвоенный темп, чуть поменьше, да, на один ход. Так, хорошо. Теперь здесь. Ой, здесь у нас вообще восстание на следующий ход. Это уже прям однозначно. Черт побери, Кнут, конечно, пострадал, настрадался не в кон. Однозначно. Так, ну здесь у нас вроде бы отошел, да, стяг вражеский. Давайте мы сейчас... Хорошо, эти ублюдки отвалили. Ночная атака дневная, не имеет значения. Давайте на авторасчете шарахнем восставших этих тварей. И... Соответственно, пополнимся через них. Так. Хорошо, здесь мы, значит, отступим. Отступим к лугу. Так, здесь я назначил децимацию. На этот наш стяг. И давайте, наверное, тоже тут улучшим бойцов. Они у нас получают ковка доспеха второго уровня.
Так, одержали мы победу, усталость от войн стала 63%. Да, снова у нас минус 25%. Снова восстание на носу. Сейчас у меня два головника, это Британия и Испания, да? Так. Как бы нас здесь не раздергали, а? Хорошо, сдаем ход. Бич Запад уже стоит, децимация. Только бы не гражданская война, потому что сейчас, конечно, этого нам вообще не нужно. Абсолютно никаким образом. Ну, понятно, они нападают. Ага, они взяли луга. Они луга взяли в осаду. Но, тем не менее, не напали на нашего конунга. Это, конечно, большая ошибка с их стороны. Так, эти ублюдки встали. Смотрите, они проплывут на Компостеллу. Здесь у нас твари, да, получается? Снова дохренища лучников вражеских. Да, нам пришлось раскрыться, друзья. Вариантов просто больше не было никаких. Так, ну что ж у нас здесь получается? Хорошо, что у нас здесь хоть поселение с каким-никаким. Давайте, мужики, высаживайтесь сразу же. Ну вот, они идут все с этой стороны, это понятно. Так, так, так. Очень интересный вопрос, с какой стороны у них пойдет их вражеский полководец. Так, нет, давайте сначала позицию занимайте. Таким образом. Мы сокрушим их числом. Да где мы их числом сокрушим? Уважаемый советник, по-моему, тебя немного плющит. Так. Давайте, мужики, все сюда. 480 на 720, да, но перевес такой за счет лучников. Ну, у них реально много лучников. Я бы даже сказал, нереально много. Эти ублюдки могут просто нас сейчас стоять и расстреливать. Плюс у меня подкрепление флотское разбитое. Все, уже пошел обстрел. Они прям с кораблей. Защищайте его! Viking Raiders! Да, полководца надо защищать. Да, друзья. Конечно, жескарь тут у нас намечается. Самый натуральный. Уже кто-то высадился. Понимаю, сейчас с этой стороны зайдут слева. Да, уж. Да, они тоже несут потери. Это радует, конечно же.
Сейчас у них вражеский полководец десантируется, да, я так понимаю. Вот и хорошо. Нам как раз сейчас нужен этот ублюдок. Если мы его сможем разбить, это подорвет дух врага. Но он пока что еще не высаживается. Луис, морская гвардия, Драмон с башней. Мы тоже несем потери. У них немного здесь, да, как бы снимается. Вот средний пехот с мечами, они, в принципе, не страшные. Так же, как и сам. Тоже легкий корабль. Да, ой-ой-ой. Здесь вот хреново, конечно, намечается. Они легкую мою пехоту с топорами сейчас вынесут. Ну, я так понимаю, они вообще нас сейчас просто тупо расстреляют, друзья. Это на самом деле жескарь. На это очень неприятно смотреть. Черт побери, ублюдки, а. И никак о них полководец не высаживается. Они здесь вот другу натупили, намешали. И теперь это все, блин. Скоты. Ну вон у них уже начинает идти здесь какой-то один отряд. Да, нас, конечно, сейчас тупо тут расстреляют. Черт побери, ублюдки, а. Ну, не высаживается вражеский полководец. Я думал, что он, может быть, хоть высадится сюда. Эй, не вас я хотел выбрать-то. Куда-то он дальше пошел, Луис. Скотина. Потрясены, проигрывают текущий бой. Да, то, что эти ублюдки потрясены, нам, конечно, от этого не легче. Нас расстреливают. Расстреливают только в путь, блин. Этот ублюдок, он будет плавать там, походу, теперь до последнего. Скотина. Возвращайтесь, мужики. Сейчас они расстреляют нас здесь прям не в кон, а. Ублюдки. Давайте, прячьтесь. Прячьтесь, мужички. Все. Прятаться не надо, надо вот сюда. Валить. Бегом. Они сейчас пойдут в этот проход. Или куда? Неужели они бегут вышку занимать, эти дебилы, а? Да, друзья, мы все тут отстрелялись. По-серьезному причем. Да, компьютер, в общем, тупит. Он идет занимать вышку. Ну, может, сейчас какая-нибудь шальная стрела убьет этого Луиса, ублюдка. Все, они вообще пропали здесь. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Ну, это понятно. Это все понятно. Они устроили засаду. Да уж. У них кто-то отстрелялся, что ли, да, я так понимаю. Да, надо бы здесь, конечно, переждать. Ну, будут стоять, страдать наши вот эти стрелковые отряды. Вариантов нету. Ну что же ты, ублюдок? Ну что же ты, ублюдок? Отряд бежит от врага! Все, там сломались наши мужики. Блин, а? Давайте, прячьтесь здесь. We hunger for blood and battle.
вместе с нашим начальником. Но, блин, много у них еще. Очень много. Этих закончилось тоже, да? Легкие грибцы отстрелялись. Здесь вот этих много. У них еще, блин, 6 отрядов, в которых есть какие-то боезапас стрелковый. Ублюдки, а достали. Сражайтесь, проклятые трусы! Все, сломались нахрен. Эти, кстати, неплохо так потери здесь несут. Но они сейчас после вышки точно попрутся на площадь. А у меня уже некем будет его убивать, этого ублюдка, а? Ай-яй-яй, как они продолжают нас обстреливать, а? Сейчас они здесь отстреляются и пойдут дальше. Все, башня уничтожена. Отряд бежит от врага. Куда они идут? Ну неужели они пошли теперь другую башню занимать, а? Вот тупорезы, блин. Как бы нам наших копейщиков-то спасти? Вернее, не спасти, а сохранить до момента боя. Да, этот ублюдок, походу, идет другую вышку занимать. Да. У нас, конечно, здесь никаких шансов, друзья. Просто никаких. Сейчас я за ними пойду, они свалят. Они начнут убегать, они уже убегают. А вот другие ублюдки, которые отстрелялись, они никуда не убегают. И просто некуда бежать. Опа, и начальник пошел тоже на площадь. Смотрите, они тоже в режиме перестрелки стоят. Вот ублюдки, а. Давайте хотя бы этих скотов зажмем, которым неожиданно взбрело в голову пойти на нас войной. Ой, да здесь что творится, блин. Ну, тут, друзья, тут нет вариантов. Просто такой шквал, конечно, стрел летит на нас. Смотрите, что творится, а. Что творится? Давайте, мужики, попробуем этого ублюдка завалить. Ну, просто практически никаких шансов, а? К сожалению. Не было здесь у меня некем лучников гонять, шугать. Просто некем. Сейчас мои свалят. Это уже 100%. Эти придурки стреляют по всем, просто вот. Наши люди бегут, спасая свою и по своим, и по чужим. Ну все, друзья, это поражение. Все, у нас Компостелла потеряна. Либо ее сейчас захватят, либо разграбят. Ну, разграбили, судя по всему, ублюдки. Ну, там еще один стяг, еще стяг. Противник начал осаду. Компостелла, Галиция, поселение разорено. 85%. Скоро восстание, соответственно. Так. Поставил случайное поражение, но я не считаю, что оно прям случайное. Оно жесточайшее. Повышен ранг Хельга. Хельга — это наш губернатор, соответственно. Один из наших губернаторов. Так, хорошо, давай сюда.
Сразу после поражения у нас осталось 72% от войн. Ну, вообще замечательно. Так, ну что ж. Нам приходится здесь нападать сейчас. Вот он, ублюдок, а. Чистый ублюдок. Но больше ему отступать некуда. Так, здесь, кстати, куча анагров. Небесный гнев. Стяг с кучей анагров называется Небесный гнев. Вообще прекрасно. Да, это точно с неба. От таких анагров с неба летит всякая херня. Эти ублюдки, значит, стали грабить нас, да? Вот твари. Да, друзья, мы тут их, конечно, расчекрыжили, этих тварей. Это королевство британское. Просто хуже некуда. Так, хорошо, у нас в Луга строительство встало из-за того, что нас тут взяли в осаду. Как нас взяли в осаду, у нас сразу все сломалось, и снова строительство застопорилось. И строительство застопорилось. Сейчас мне нужно раскидать этих ублюдков. Но решить, кого первым раскидать. Да, их тоже здесь много, оказывается. Этих тварей. Speak quickly. Мира ни с кем нету. Ну тут просто... просто идет жискарь. Так. Ладно, допустим. Сейчас мы нападем. Можно ведь сообща напасть, да, попробовать. Чтобы поменьше потерь понести. Вот этот скот, он уже не отступит, потому что он уже один раз отступил. Давайте мы... двигаем кнута сюда. Тут ставим... нашего полководца и... вот таким образом... Так, друзья, я эту битву на авторасчете шарахну. Потому что сейчас момент. Так, два отряда бойцов мы здесь потеряли, да, к сожалению. Хорошо, от одного стяга мы... от одного стяга мы избавились. И понесли потери, соответственно. Пополняем. Через 4 хода у нас начнется восстание. Так. Теперь здесь. Атак! Нападаем таким образом. Таким образом, да. Это у них какой анагар-то? Большой. Большой анагар. Тоже фиговая тема, конечно, с этим, блин, большими анаграми. Так, ну у меня, в принципе, есть конница. И застрельщики. Конница и застрельщики. Ну давайте я тоже на авторасчете шарахну эту битву. Так. Move, вот так мы их раскидали. Тут просто момент такой, друзья, приграничный. Если я выйду в реал-тайме, да, то у меня могут быть потери больше, чем вот на авторасчете я шарахнул. Все-таки я сейчас таким образом считерил, но, ну, учитывая, какая у меня компания сложная, как меня эти ублюдки душат со всех сторон, тут просто уже вариантов нету. Вариантов просто уже нет. Все сложилось настолько... фигово, что приходится уже всеми возможными способами сейчас выживать, реально. Так, и я понимаю, да, почему этот ублюдок Лога взял в осаду тогда, потому что он увидел, что я там казарму строю.
и понял, что я хочу сделать. Скотина. Так, ну ладно, сейчас мы, наверное, Компостеллу отдадим на откуп. Либо мятежникам, либо вот этим ублюдкам, а может быть вот этим, кто-то из них его заберет. Но моя задача сейчас тут продержаться, пока у меня не прибудет флот. Им нужно набрать местяк. Ну, до флота осталось уже раз, два, три. Три хода. Три хода. Так, ну что ж. Здесь у нас появились очки у наших губернаторов. Глупец, хитрость минус один, да? Так, с губернаторами мы пока подождем, но здесь еще 4 хода до восстания, так что пока что все терпит. Блин, этот фигня. Блин, вот ублюдки, а? Напали не в кон. А реально не в кон, конечно, они напали. Скоты выцепили наш счё. Тяжелая победа. Ну, на море викинги решают, потому что... Вот сейчас следующие на нас смогут напасть. Тут уж мы уже навряд ли что-то решим. Смотрите, как они интересно сделали. Они не пошли на Компостеллу, они просто... О, Карлман уже свой сюда, свой стяг пригнал. Вот красавец, а. Ну, здесь пришли другие ублюдки, против которых мы не выстоим, это уже понятно. Вот так вот, порубали нас. Опять они ее не забрали, они, видимо, ее уже там просто в кашу разрушили. Ее забрали мятежники. Ее забрали мятежники. Кто-то у меня еще колеблется тут. Как обычно. Хартаканут, конюшей, морские традиции. Так, дальность перемещения плюс 10, дальность перемещения плюс 20. На 20% мы перемещаемся дальше. А чё? А, там путь перекрыт, да? Давай, давай, давай. Газуй сюда. Да, представляете, какие это скоты хитрые, а? Они прям нападают и не дают нам строиться. Такие ублюдки хитрые, а? Просто наихитрейшие ублюдки. Так. Warriors all ready for battle. Чё у них здесь? 4 анагра. Так, что у нас получается тут? Тут у них до хрена, да? Три отряда тяжелой кавалерии бронированные, застрельщики. Немножко застрельщиков, ну и так более или менее нормально. Он даже не отступает. Он даже не отступает. Если ночная атака, у нас кнут не попадает, но все равно перевес на нашей стороне. Давайте мы выйдем нашими тремя армиями. У меня здесь один анагр остался. Черт побери. С
Сухая погода, никаких негативных эффектов. Начинаем. Так. Наша легкая кавалерия сейчас, конечно, она практически здесь бесполезная. Так, есть у меня один большой анагар. Давайте мы его притормозим, чтобы до определенного времени он не стрелял. Средняя угроза. Они все ближе. Да, когда наш народ дойдет. Долго все это будет. А эти ублюдки все ближе и ближе, реально. Эти ублюдки реально все ближе и ближе. Так, хорошо, кавалерия у нас есть. Давайте ускоренное воспроизведение сделаем. Огненный снаряд, взрывной снаряд. Давайте огненный. И... Так, докуда у нас покрытие получается? Давай, во вражеского полководца. У этого козла. Эх. Пролетел один снаряд мимо, блин. Очень жаль. Ой, смотрите, эти твари пошли на нас. Мы раскрыли их обман, вот они прячутся. Мы раскрыли их обман. Да. Кстати, эти скоты идут на кнута. Мне надо его в тыл срочно. Срочно надо в тыл. Блин, у них полководец стоит, вообще не шевелится. Наши мешки, конечно, где? Да ни хрена себе, он что там, целый отряд топористов уничтожил. Ублюдок, а? Да, наваливается он, конечно, на нас своей тяжелой кавалерией. Скотина. Мужики, давайте сюда, на позиции. Ну да, надо скорей, скорей, скорей. Давай, давай, давай. Так, кто у нас на полководца напал? Ага, мы, значит, ставим его. Давай, 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 сюда нападаем. Там нас ублюдки пытаются обойти. Наш корабль больше не может вести обстрел. Так. Отводим наших лучников. Здесь у нас проломили, да, не центр, ублюдки. Давайте скорее сюда.
твари, а? И смотри на них. Наши воины бегут с поля боя. Какой позор! Да вражеские воины тоже бегут. С поля боя нагнетаешь ты, позор. Эти ублюдки тоже валят от нас. Скоты сраные. Все складывается в нашу пользу. Давай, второе дыхание. Так, так, так. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Не надо ломаться. И не надо спасаться. Надо биться, мужики. Блин, ну долго, конечно. Не, ну в принципе понятно, да, там у них тяжелые копейщики. Тут, в принципе, понятно, в чем проблема-то. Кто такие, что за скрытные войны? Ни хрена не гибнут еще. Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Так, лучники у меня, конечно, что-то вообще тут отстреливаются хреново, честно сказать. Так, что у нас тут везде происходит? Ага. Тут еще держится, да? Давайте скорее, мужики, нашим помогите. Да, испанский поход, конечно, у нас. Честно сказать, друзья, испанский поход не задается. Если мы здесь не вырулимся, это будет все. Это будет все уже. Я имею в виду, в Испании, если мы сейчас не задержимся, да, здесь не сделаем прорыв какой-то, это будет кирдык. Есть. Все. Победа за нами. Так, у меня тут лучники ведь есть. Ага, у меня еще здесь три отряда лучников. Давайте, с этой стороны. Тут что у нас? Да тут один человек остался, блин. Тут, я так понимаю, мы всех расфигачим. Уничтожим. Да, у нас, конечно, потери здесь дебильнейшие оказались просто. Давайте тормознем наш анагар. Да что ты будешь делать? Вражеский полководец выжил, что ли, получается? Да. Наши стрелы его не берут, к сожалению. Конец у нас тут гоняется за кем-то. Тут 7 человек осталось, вот здесь 20 человек. Надо их добить. Я так понимаю, вражеский полководец уже свалил. Вот еще дофига, 75 человек. Давайте отправим тут всех, кто есть. Так, лучникам отключим стрельбу. В общем, ускоренное воспроизведение сделаем, друзья. Добьем вот этих вот ублюдков. Тут 75 человек их осталось.
всеми конниками, кто у нас есть, пригоним сюда. Здесь чё? Ничего существенного там не осталось. Вот так вот, твари, получайте. И завершаем битву. Да, здесь мы еще один отряд потеряли. Тут тоже еще один. Хреновая тема, конечно. Очень хреновая. Так, эти ублюдки сейчас высадятся. Соответственно, тут герцогство Прованс может подключиться к этой ситуации. Астурия, один стяг. Но здесь вот уже шушера. Тут уже такая шушера более или менее. Давайте поставим наших бойцов в режим укрепления. Ну и что делаем? Сдаем ход, скорее всего. Да. Вариантов нету больше никаких. Так, Зигард — это наш губернатор. Ну, тут максимально его качаем на... как администратора. Так, здесь у нас... наша жрица тоже получает очки влияния. Сын Лотбрака нормально, еще 10 ходов до восстания. Уровень этой армии опасно низок. Странно. Вот здесь вот уровень армии опасно низок. Бич Запада, соответственно. Да. Большое Нагар. И здесь большое Нагар. Большой и маленький даже Нагар. Да, нормальная ситуация. Хорошо, друзья, в общем, завершаю я данную серию. Всем спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии. Не забывайте ставить лайки, друзья. Это крайне важно и очень нужно. Кто будет смотреть впервые, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, счастливо и удачи!